Welcome, I'm Terry Yule. This video is being made... Добро пожаловать, я Терри Юэлл. Это видео снято в разгар кризиса COVID-19 в США. К счастью, мне дали доступ в этот зал, и, честно говоря, я не видел, чтобы кто-то еще приходил в университет Толсона. Я настроил все оборудование сам, и поэтому ни с кем не виделся. Спасибо, Толсон, за эту возможность продолжить мою серию. В эти времена мы, музыканты, должны укрепляться в своей жизни. Нам нужно укрепляться в музыкальном смысле, нам нужно укрепляться физически, нам нужно укрепляться духовно. Библия представляет в Ефесянам эту молитву к Богу. «Чтобы Он даровал по богатству славы Своей, утвердиться силою Своего Духа во внутреннем человеке». Я молюсь и за вас, чтобы вы укрепились. Сделайте эти шаги, как ученики музыки, ученики духовных вещей, ученики физических вещей. Нам нужно упражняться. Итак, я сознательно продолжаю свои физические упражнения, чтение Библии, молитвы и музыкальные занятия, чтобы продолжать развиваться во всех тех сферах моей жизни, которые я считаю дорогими и важными. Этюда Рефичи номер 9 требует большой силы. Нюансовые различия между пианиссимо и форте здесь велики. Я также пытаюсь сделать здесь некоторые изменения в вибрато и некоторые тонкие изменения звукового качества. Я надеюсь, что вы это услышите в моем исполнении. Итак, вот вам этюда Рефичи номер 9. Thank you.
Thank you.